Быть первым и лучшим можно в любой отрасли. И отрасль торговли не исключение. К хорошим продавцам, предлагающим качественный товар, в любые времена стояли очереди. Ежегодно в преддверии профессионального праздника – Дня работников торговли – в районную администрацию приглашают на торжественный прием лучших представителей отрасли. Это насколько же нужно любить свое дело, чтобы посвятить ему 45 лет жизни? 45 лет изо дня в день Николай Иванович Гуденко каждое утро открывает двери своей мясной лавки, которую знает, пожалуй, каждый славянец, да и не только. Постоянно же новые люди, вот, и старых много друзей уже много, за много-много лет приезжают из Дальнего Востока и со всей страны приезжают, да, уже друзья как стали. Именно за вашим мясом? Именно за нашим мясом, да, за нашим хорошим мясом. Почему? Потому что мы человеку предлагаем именно хорошее мясо, и еще объясняем, как с ним работать и как его готовить. Вот все это мы пытаемся объяснить. Залог успеха этого магазина долгожителя в безграничной любви к своему делу, как руководителя, так и продавцов, которые, к слову, на этом рабочем месте работают более 10 лет. Неповторимая атмосфера чистоты и света здесь. Заслуга четкого соблюдения технологии, а секрет успеха – полная отдача, с которой тут работают. Здесь, ну как сказать, секрет хранения мяса. То есть каждое мясо любит свою температуру, сроки хранения. Все это надо соблюдать, ну вот неуклонно соблюдать. Почему? Потому что без этого ничего не получится просто. Ну и любить свою профессию. А любишь свою профессию, все в ней будешь знать. Только трудолюбие, вот трудолюбие девочек и само отношение, ну как бы ответственное такое отношение к своей работе, к своей профессии. А вот еще один образцово-показательный магазин. Несмотря на то, что расположен он на городской периферии, проблем с отсутствием покупателей здесь не возникает. Валентина Писарева за 7 лет работы в этом магазине выросла от продавца до заведующей. Все потому, что ответственность, которой она подходит к любому делу, от выкладки товара до работы с персоналом, не знает границ. Дружный, надежный коллектив, ответственные у меня девочки, молодцы. Угодить каждому покупателю, улыбаться, само собой, приходить на работу в хорошем настроении. Тогда люди возвращаются в наш магазин опять. Когда им здесь нравится, они возвращаются. В преддверии Дня работников торговли, который отмечается в последнюю субботу июля, Валентина Писарева и Николай Гуденко оказались в числе лучших представителей отрасли, приглашенных на торжественный прием в районную администрацию. Торжественный прием в честь профессионального праздника – это не просто официальное мероприятие. Это благодарность людям за труд, за их неоценимый вклад в развитие нашего района, подчеркнул заместитель главы муниципалитета по вопросам экономики Евгений Колдамасов. Львиную долю нашей экономики именно вы занимаете раздел пополнения доходной части бюджета. Там вы видите, как строится, украшается наш город. Это ваша большая лепта, наш Ворос-Настина Кубани и Славянский район. Хочу вам пожелать здоровья, успехов в нынешнее время, да, в кризисное время. Пожелать вам больше дохода, больше покупателей. Торговля – непростая отрасль. Она требует живого ума, общительности и точности. А в условиях современной экономики еще и знания законодательства и командной работы с органами местного самоуправления. Хочу поблагодарить нашу администрацию, вот, за то, что, ну, бывает, как говорится, без вас никуда. Потому что если вдруг какие-нибудь у нас есть, спотыкаемся, то, естественно, вы для нас опора. Мы знаем, куда идти, кто нам сможет помочь, хоть словом, делом, там все это вы для нас. У каждого из приглашенных на прием своя уникальная история, которая на долгие годы связала их судьбу с отраслью торговли. Много добрых слов было сказано в их адрес. И, конечно же, не обошлось без традиционных подарков и благодарственных писем, которые с этого дня будут красоваться на их рабочих местах, как подтверждение высокого уровня, которого эти люди добились своим трудом. Мария Климова, Игорь Иванчуков, программа «События».